Лариса и Елена занимаются изучением народных традиций уже 3 года. На фестивале «Этнофест. Культурная мозаика народов России» они впервые представили свою творческую коллекцию. Изучаем традицию через народную куклу. Также мы, благодаря Ларисе Федоровне, мы изучаем литературные источники. Некоторые из них здесь сегодня представлены на выставке с детьми. И дальше уже на мастер-классах мы соединяем знания, воплощаем их на практике. Выступление коллектива, встреча с писателями, этноквест. И это только часть программы, которую провели в парке Раздолье. Уже 2-й год фестиваль рассказывает жителям о разных культурах и народах России. Первая локация – это амфитеатр. Здесь у нас уже выступил коллектив из Ступино, шикарные вокалистки. Этот коллектив нам предоставил наш партнер Центр культурного развития. Представители домов культуры подготовили квест. Участники прошли 10 точек и выполнили задания, связанные с культурными традициями народов. Также в этнофесте приняли участие и библиотекари. Лучших из них в этот день наградили дипломами конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии 2023». Поэтому хотелось все записать, хотелось показать наши проекты, краеведение, экология, патриотизм. Мы очень большое внимание уделяем патриотизму. Проекты наши. В парке целый день проходил многожанровый праздник культур и народов. На следующий год организаторы обещают не менее насыщенную программу. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».